выглядит наша дорога, по которой мы бегаем каждый день. Там Изар, здесь русское консульство, ангел мира, дальше мостик. Под мостом всегда кто-нибудь живет. Зимой и летом стоит лежанка, иногда бывает возле нее велосипед, иногда мячик. Не надо думать, что это живут какие-то беженцы. На самом деле это белые, если посмотреть. Притом живут парами. Вчера я видела, мужчина лежал в обнимку с кем непонятно. Когда мы добежим, посмотрим, кто там будет. Вот. Очень интересно всегда, никогда не скучно. Сегодня расцвела сирень. Это очень красиво. Всем привет из Мюнхена! Физкульт-привет!